По поводу Михаила Горбачева. По поводу лишения ордена ничего не могу сказать, потому что я не помню, за какие заслуги мы это дали. И самое главное, чтобы его лишить, значит, ну, по крайней мере, Следственный комитет должен выставить какое-то, предложить какое-то обвинение, некое дело, по которому стоит лишить. Если закон доказывает, что человек виноват, его надо лишать. Если не виноват, значит, можно оставить. По поводу самого Михаила Сергеевича Горбачева, когда он только пришел к власти, это было ощущение полным спасением России. К сожалению, в последующем из истории, из информации, которую я обладаю, и времени, в котором я прожил, у меня очень много спорных вопросов. И я очень по-разному оцениваю поступки. Но я не могу сказать, что он был неправ, начав все это, что было неизбежно. А вот как это было сделано, у меня к этому огромное количество вопросов и огромное количество претензий к Михаилу Сергеевичу Горбачеву.